Анонс 12 серии турецкого сериала «Если сильно полюбишь», как мы помним с предыдущих серий. Теперь Атеш и Лейла все знают друг о друге. Сможет ли Атеш после всего снова доверять Лейле? Но если Атеш и Лейла не смогут стать настоящей семьей, то детей могут забрать представители социальных служб. Атешу и Лейле предстоит преодолеть много преград на своем пути, чтобы стать настоящей любящей семьей. Лейла также до сих пор держит обиду на Атеша из-за унижения, которое ей пришлось пережить. Когда Атеш выслушал жизненную историю Лейлы, то был очень впечатлен, несмотря на то, что теперь Атеш знает, кем на самом деле является Лейла. Он начинает понимать ее еще лучше, ведь он осознает, что влюблен в Лейлу и не в силах побороть эти чувства. Продолжение вы сможете увидеть в 12 серии, которая выйдет на русском языке 23 сентября. Подписывайтесь на канал и будете в курсе всех событий о любимых сериалах.